Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Сёгунов 3 звезды. Так, зайдем-ка мы с тобой. Ага, испытания, кстати, ребята, открылись. Отлично, вчера они были недоступны у меня. Так, и мы видим, что Лига Самураев 3 звезды, ранг 29. Ну что, я, наверное, по-быренькому пройду пока арену. Я думаю, никто не будет против. Мы обычно с тобой как начинаем? С ежедневок, так? А сегодня вот мне захотелось сразу же начать с арены. Ух ты, какой! Рафаэль? Я думал, что это девочка. Ладно, Рафаэль. Это мальчик. Ну, по крайней мере, никнейм звучит как мальчик. Рафаэль. А наличка как будто девочка. Ну что же, супостатики, будьте от меня сейчас получать. Вот что я вам хочу сказать. Лео, давай-ка падай. Упс, не упал. Но хилку я им тоже не дам использовать. Хе-хе. Давай, огонечком. Есть. Так, ну что, Донни, добьешь? Конечно, конечно же, Донателло своим огонечком очень хорошо их приструнил. Так, ну что же, мы двигаемся дальше. И сейчас мы уже, ребята, с вами... Блин, ну почти, почти добрались до Сёгунов. Ладно, ничего страшного. Так, уровень противников, как ты видишь, 48-й, 51-й. Мы практически вот в данный момент выступаем на равных. Плюс-минус 6-7 уровней, это, ребята, вообще здесь ни о чем не говорит. Так, давай-ка вызывать балбесов. А именно Бибоп и Рокстеди. Они выпрыгнули из другого измерения, кстати. Ну, мало ли, кто-то не знал, может быть. Ну и теперь кролики, само собой. Кроличий удар. Фигня какая-то получилась. Нет, только не хил. Ребята, именно хил. Так, Роквелл делает на всех защиту. А у нас защита не прокачана нифига, да? Ну-ка, давай-ка, наверное, вот этого вот попробуем. Я не знаю, не уверен, что Рокстеди его завалит, конечно. Угу. Так, ну у нас есть Пит. Не забываем об этом с отхилом, с массовым. Поехали. Поклюй, как говорится, хлебушка. Угу. Так, теперь давай-ка. Оу, так у них еще, ребята, и меткость повышена, прикинь. То есть будут бить без промаха, что ли, я так понимаю. На тебе. Давай под этим клинками. Бумс, нормально. Так, Пит в опасности. Ребята, Пит в опасности. Чепушила несчастная. Ты посмотри, что вытворяет, а? Ну добей ты его. Ну-ка. Ха-ха-ха. У нас скорость, да? У нас, ребята, повысилась скорость. Нет, 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 нет. Уничтожить, ребята. Ай, Пит, ты пустоголовый, а. Твою налево. Да мне здесь ничего нельзя было сделать, ребята. Ни хила не было, ничего. То есть хил был, но он у Пита. Это что такое, я не понял. Я что, просто так бой сыграл, что ли? Даже, ребята, не перекинули. Ни на одну ступеньку, прикинь. Ни на единенькую ступеньку меня не перекинули. Ух, тут, я не знаю, у меня нет слов на них. Они меня только разозлили. Они меня, ребята, только разозлили. Я теперь буду их бесщадно лупашить. Просто бесщадно. Поехали. Пумс. Так, Кейси, 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 не расслабляйся. Ё-моё. Это у нас что? Это у нас не то, что нужно. Да, это не хил. Или подожди. Нет, это не хил. Хил у нас у... другого. Вот здесь вот у нас хил. Ну, хил такой будет, наверное. А, нет, нормальный, нормальный. Ребят, знаете, в чем проблема? Я не заметил, что у них уровень-то почти как у нас. Вот это я лопухнулся. Ха, хотя бы минус один. Ну, мы сейчас тоже, по-моему, здесь встрянем.
Так, я надеюсь, постепенно здесь... Вообще-то Ваню надо убирать. Ну и Кейси, и этого Шреддера тоже надо бомбашить. Бомбанул, называется. Все, пошел отхил. Эй, давай иммунитет повесим. Я сам не знаю, зачем нам иммунитет. Блин, я не знаю, как здесь управляться с ними. Ну, ё-моё, он еще и баф вешает, а. Понятно. Понятно. Давай попробуем, может быть, есть. Минус Кейси. 52-й. Ребята, все, я Кейси подписал смертный приговор. Контратака сейчас полетит. А у меня другого выбора не было, понимаешь? Им нужно было ходить. Вот и сходил. Это, конечно, была подстава. Это Крис Брэдфорд, блин, постарался. Пробафал их тут. О, минус 2. Ну, добьете его, надеюсь. Я в шоке. С Кейси Джонсом вообще, ребята, получилось просто отвратно. Ну вот это, конечно, тоже, ребята, извините меня, сыграл целую катку, и меня даже ни на уровень не подняли. Да что такое, а? Это нормально, по-вашему? Я считаю, что нет. Так, все, ребята, хорош. Дурачка валять, надо браться уже, как говорится, по-серьезному. Захотел показать вам, что получается, когда играешь на равных. Итог вам, надеюсь, понятен, да? Вот почему я всегда и беру выше уровнем наших бойцов. Хотя бы одного, чтобы он был сильным. Потому что при других обстоятельствах получается, что нашу команду распетрушивает. Вот так вот. Так, ну что, 15-2, вот, есть. Ну что, я возьму, наверное... Донателло здесь. Раз, два, три, четыре. Ну вот это вот тоже. Ну что это, ребят, за команда, а? Если сейчас Донателло не зарулит, то он нас будет бомбить здесь. Ну, хотя бы лишились Эйприл. О, нормально. Тогда еще жить можно. Так, отвешает иммунитет. В принципе, меня это не пугает. Вообще нисколечко. Кирби, ну... Я говорю, Кирби это не боец. Это так. Принеси, подай, иди нафиг не мешай. Одним словом. Ну, хиляй, да. 46-я позиция. Так, ребят, ну что, давай, наверное, посмотрим 15-20. Мне желательно бы. Есть, нашли. Возьмем Ваню. Раз, два, три, четыре. Ну, здесь я уверен, что Ванька один раз шмальнет со своего гранатомета, ну и в принципе тут все встанет на свои места. О чем я и говорил. Идеальная победа, и мы продвигаемся дальше. Так, Лига Сегунов, 2 звезды сегодня будет. Даже 3 звезды мы, скорее всего, возьмем сегодня. А может быть, даже и попадем в Лигу Мастеров. И есть такая вероятность, хотя... Хватит ли персонажей у меня? Если хватит, то мы дойдем. Если не хватит, то... Ну, извиняйте тогда. Смертельная волна. И добивка. Ну, это-то дуплица, не? Сами добьем. Сами добьем. Окей. Погнали дальше. Ну, Сёгун 2 звезды. Отлично. Так, 15-21, в принципе, я достоин. Друзья, вам не кажется так? Чё-то не дают. Ладно. Давай-ка, наверное, возьмем вот эту команду. Рафаэль, Майки и Лео.
Раз, два, три. Почему я беру ребят эту команду? Потому что от Рафаэля, по большому счету, толку здесь нету. От Майки тоже. Поэтому я их как бы здесь спокойно и трачу. Уклонение на слабых, оно в любом случае здесь не поможет. Если они начнут бомбить, они их размозжат. Поэтому как бы мне их не жалко тратить. И в то же время вроде как команда отыгралась. Так, ну что это? Что это за картинку мне там подсовывает? Левую какую-то. Так, обновить. Еще обновить. Че, не дадите мне? Не дают. Не дают, ребята, 16-21, к сожалению. Ладно. Армагон. Раз, два, три, четыре. Четыре. Ну, Армагону здесь будет достаточно один пинок сделать. И все. И полетят клочки по закоулочкам. Вот, в принципе, и все. Вот, в принципе, и все. Ну что, двигаемся дальше. 48 место. 48 место. Пум-пум-пум-пум-пум. Подожди, подожди, подожди. Да ядрен матрен, ну я же достоин, что... Нет, нет, не достоин. В их глазах, ребята, я нифига не достоин. Понимаешь? Вот такие вот пироги. Ладно, раз, два, три. Так, вот сделаем четыре. Ну что, Зэк, Макман. Я, в принципе, думаю, что эти-то два бойца, ну, поработают на славу. Так, минус двоечка сразу же вырубился. И Макман идет на добивку. Прекрасно. Макман на добивке. Ну что? 30-я позиция. О как. Ну что, Крэнк, пора тебе поработать на благо нашей команды. Пора. Встряхни своей жидкой бородой. Но ты должен сделать великое дело. На. Все. Тут, ребята, слова излишни. Просто взял и размозжил их всех. По красоте. Да ё-моё, я уж думал, сейчас мы как залетим с тобой в Лигу Сёгунов 3 звезды. А мне сказали вот так вот. Балалайку тебе лохматую. Так, ладно, я возьму, короче. Заломался такой, думаю, а стоит, а не стоит. Ладно, думаю, что... Надеюсь, надеюсь, ребята, на нашего кролика, на нашего Усаги Идзимбо. Надеюсь, он не обделается здесь. Так, Винтер, спасибо большое за предложение по Дискорду. Если что, напиши мне, как ты это можешь сделать. Ну, где-нибудь, я не знаю, в ВК, может быть. Блин, ВК, ВК я потерял пароль, ребят, я не могу восстановить его. Не могу сейчас зайти в ВК. Блин, куда же тогда? Телеги у меня нету. Ну, пиши, наверное, тогда в комментариях, наверное. Что еще? Как еще можно? Не знаю. Только сделай, если ты можешь сделать, то не по ХКР. Не обязательно по ХКР, по одной. Как-то Дискорд по одной ХКРке. Ну, это не... Немножко не в тему. Вообще хотелось бы иметь Дискорд. Вообще, общение. По всему. Или мне нужно свой допетривать до ума. Слушай, действительно, а ведь можно уже просто сделать Дискорд, вот как вот он у меня есть. Просто сделать какую-нибудь комнатку отдельную. Я думаю, что здесь у меня в аудитории есть ребята, которые разбираются с Дискордом. И уже общаться именно там, и чтобы там давали советы по поводу того, как его улучшить. Верно, друзья мои? Че я туплю-то? Действительно, можно просто вот свой Дискорд этот поставить. Я, правда, не знаю, где ссылку брать на этот, как он называется-то, на свой Дискорд. Слушай, ну я эту тему обдумаю. Я посмотрю, ребята, где в Ютубе, где берут эти ссылки на твой Дискорд. И все.
И там уже будет все проще, и там и голосовать будет проще, если что, во всякие игры, да? И пожелания, и тому подобное. Да, действительно, надо будет так и сделать. Наверное, ну сегодня я вряд ли займусь, потому что времени уже почти 4 часа ночи. Но в ближайшие дни, наверное, я все-таки сделаю. Успею сделать до того, как выпишут меня с больника. Надеюсь. Вот, и сегодня, не сегодня, а завтра буду уже, ребят, настраивать ОБС-ку под стрим. Но стримить пока буду я, наверное, все-таки, ребята, на втором канале. Игр накопилось там очень много у меня. Там и Зельевара нужно допроходить, там же и у меня сейчас, ну, вот эти вот игры, типа Вампирика, да, типа этих, новая игра, которую мы сейчас играем на втором канале, как называется-то? Камни души, короче. Ее сейчас играем, так что там можно будет неплохо наверстать, так сказать, упущенное. Но сначала все-таки настройку надо сделать конкретную. Так, ну что тут? 16:21. Дерек. Что-то мне такой Дерек. Где-то какого-то персонажа я слышал, как звали так, Дерек. Только вот никак не могу вспомнить, в какой игре. Но я знаю точно, что он был. Дерек. 1000. Все, разговор короткий. Так, мы все-таки перейдем сегодня. А куда мы перейдем-то? Перейдем мы. Хотя, ребята, есть шанс. Ох, какой шанс попасть в Лигу Мастеров. Че я смеюсь-то? Нормально все у нас идет. Раз, два. И причем тютелька в тютельку. Всех бойцов отыграли, прикинь. Вот сейчас мы и перейдем с тобой в Лигу Мастеров. Ой, да, в Лигу Мастеров одна звезда. Че? Правда, закрепиться, конечно, не получится. Но нам важен сам факт, да? На сегодняшней игре. Причем, мы с тобой не забывай, две катки сфейлили. Две катки сфейлили, и плюс еще нас не подняли ни на один уровень после первой боевки. Тоже не забывай об этом. Так, ну что, бесплатно колоду. Ох, 47 тысяч мутагена, неплохо. Так, сюда переходим, забираем здесь награду. Так, пройти серию испытаний, пойдем пробежимся. Возьмем так, 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 так и вот так. Я надеюсь, у Майки будет отхил? Или у Лео хотя бы, ну хоть у кого-нибудь. Конечно, отхил. Аж 5 отхилов. Давай так, влупим. О, вот что мне нужно было. Хилочка. Так, иммуночка пошла. Провокацию. Сейчас будем, ребята, мазать. Ага, ага. А если вот так вот? По-моему, Майки неплохо пробивает. Угу, так оно и есть. Армагон, сможешь прокусить? Почти, ребят, получилось, но у него блок стоял. А, это иммунитет, блин. Не повесим постепенку на него. Хотя и не обязательно, да? Что там стерто с себя? У тебя вроде там никакого... Блин, откуда у тебя блок-то? Броня, точнее, а? Все, ему крышка. Слушай, ну долго я здесь провозюкался с ними. Долго. Обычно у меня как-то... С пару каточек и все. А тут подзадержался, так скажем. Так, ну что, пойдем тогда слэша нашего прокачивать дальше. Так, во-первых, уровень поднимем. Так, во-вторых, нам нужно найти 10 ящиков с инструментами. Раз, два, три. Три ящика есть. 4, 5. Так, 5, 6, еще 4 нужно. Да ё-моё, ну 6, 7, 8. Давай, 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 два последних надо. 2. Угу.
Сегодня, друзья мои, играл в ПВЗ. Растение против героя зомби. Это растение против зомби героя. Блин, навтыкали меня там столько славных люлей. Я думал серию не выпускать вначале, а потом думаю, ладно, для фана выпущу. Посмотрите, поржете от души, как меня там нагибали. По-моему, там 8-1. То есть один раз я выиграл, 8 раз я проиграл. Просто какое-то невезение. Вот, ребят, ну не зря говорится, рандом. Хуже не придумаешь. Так, и знаешь, что мы, наверное, сделаем? Наверное, пройдем с тобой здесь одну битву. Подожди, здесь или здесь лучше? Ну, не имеет значения, здесь или там. Пройдем с тобой одну битву и начнем уже здесь потихонечку фармить жетоны. Так, поехали. А, что я делаю тут? Автобой врубаем, все. Так, главное сейчас, ребят, пока у меня тут автобой идет, запишу, что надо Дискорд, а то забуду опять. Так, Дискорд и ОБС. А там уже посмотрим, там с камерой, без камеры будем. Можно, в принципе, пока без камеры, потому что помятым выгляжу, помятым, понимаешь? Отекшим. Не хочу таким быть. Отекшим. Так, ну что, что сейчас было-то? Ага. Все, начинаем фармить. Так, маяк. Осколки. Так, баксы. Джастин. Так, а вот пошли осколки у нас. Осколочки. Все, пошли осколки. Так, сколько у нас там? 45. Это получается где-то около... Ну, 11 этих у нас. 11 умножаем на 15, это 150, да? Грубо говоря, 165. 165 жетонов мы получаем. Ну, откаты, ребята, откаты, не забываем, тают просто на глазах по 2 штуки. 10 попыток, это уже 20 откатов в минус. Ну, это что еще за фокус еще, а? Скажите. Давай, прогружайся быстро. Так, похоже, не получится, да, прогрузиться или как? Ага, вышло. Угу. Так, ребят, ну что, 500, 500 жетонов у нас уже насобиралось. Кончилось, хотел сказать, пицца, сыр кончился. Ну, друзья мои, 545, я считаю, что неплохо. Еще 200, ну, скажем так, еще 300, какой там, 340, да, 340 и все. И мы с вами возьмем еще ДНК. Так, с вашего позволения, я еще набью, ребята, здесь мутаген. Спросишь, зачем тебе здесь мутаген? Ребят, надо прокачивать слэши. И желательно как можно быстрее. До 100 уровня, потому что, сам видишь, прекрасно, кролики уже на подходе. Я как бы не хочу, чтобы у меня кролики потом засиживались. А, там же еще надо будет... Блин, че я тороплюсь-то? Нам же даже если мы кроликов получим, да, 5-й звезды прокачаем, нам нужно будет платиновых осколков. А вообще, сколько у нас уже платиновых осколков? После того, как мы подняли бойца, вот недавно, да? По-моему, неделя всего лишь прошла. То есть, получается, грубо говоря, еще 3 недели ждать. Ху, за 3 недели мы, извините меня, делов тут наделаем, знаешь, сколько? 3 недели. Ну да. За 3 недели. Дофига. Так, ну что, предпоследний эпизод, ребят, пробегаем сейчас. И в конце будет последний эпизодик. И как бы все. Так, сегодня, конечно, хотелось бы мне ХКР-ку. И опять, ребята, не могу зайти в Драконы Всадники Олуха. Я не знаю. Хоть мне вы и пишете, что, возможно, это из-за того, что я играю на эмуляторе. Ребята, я на мобильном своей вообще не могу зайти. Вот серьезно тебе говорю. Непонятно, что происходит. Ну что, все, мутаген мы с тобой забираем полностью. И, кстати, мы сейчас можем еще с тобой один левелап поднять нашему Армагону. У нас как раз-то и хватит.
Ой, Армагону. Тьфу ты, уже все, ребят. Уже спать пора. 88 уровень. Так, подождите, куда? Там что, мы ему можем... А, ну это на седьмую ступень. На седьмую ступень я не хочу, ребят. По крайней мере, не эти скиллы прокачивать. Ну и, в принципе, ребята, можно сказать, что и все на сегодня. Повоевали. Все как полагается. Пойду гляну сейчас ХКР-ку или же все-таки попробовать в Волухи зайти. Ну, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.